Мои приветствия, друзья, с вами Фрунзе Владимир. И сегодня мы с вами протестируем шарики Типман из серии Типман Комбат, производства Канады. Давайте приступим к распаковке. Первое, что мы сделаем с вами, это я покажу, как правильно, еще один секрет, открываются ящики пейнтбольных шаров. Если под рукой нет ни ключа, никакого приспособления, чтобы прорезать вот эту клеенку. Вот так. Нажимаете, вы видите, отходит полиэтилен, срываем, отмотали, все. И вот наши типмановские шарики. Идут они вот такой упаковочки по 500 стандартных шаров каждый. В сумме 4 упаковки. Цвет коричневый, посмотрим, какой у них наполнитель. Ну что, конечно, держат по цвету, скорее всего, коричневый наполнитель и есть. Ну что, засыпаем в маркер и вперед. Для теста этого количества нам будет достаточно. Поехали! Протестировали, посмотрели. Идемте глянем, что она нам показала по наполнителю. Ну, друзья, во-первых, шары все разорвались. Во-вторых, по наполнителю красочки могу сказать, что очень даже хорошо качественные шары. Браво, Типман! Браво! Итак, друзья, с вами был Фрунзе Владимир. До встречи в следующих роликах. Пока. Хотите классно отдохнуть в кругу семьи на эти выходные? С друзьями оторваться в день рождения, корпоратив отметить новогодний, создать готовый мы любой ваш праздник. Достаточно для этого набрать наш номер. Мы к вам приедем и у нас вас встретим. Для этого и был пейнтбольный клуб наш создан. Игра подвижная и с элементом боя придутся по душе и вам, и детям. В конце игры вас ждет шашлык горячий и за столом с родными посиделки. Ничто людей так быстро не сближает, как проведенный вместе день чудесный.